Дорогая Ниньель Блохина, приветствую вас из осеннего города Тарту. Сегодня такой солнечный день, красивый. Уже, да, признаки осени. Везде уже осень. 15 градусов, но еще тепло. Желаю вам успеха. Я завидую вас огромной дисциплине. Вы ведь королева дисциплина. У меня такого дисциплина еще нет. Ну, кое-что есть. У меня тоже есть большой дисциплин. Так, сейчас я пойду в парк немножко заниматься физкультурой. Да, поэтому у меня, наверное, низкое давление. А так-то, как-то я уже занимаюсь, так-то будет все хорошо. Двигаться надо. Всего хорошего, Ниньель.